бизнес поможет наладить инфраструктуру районного центра. В Ульяновске подписали соглашение региональное правительство, администрация Сенгилеевского района и Сенгилеевский цементный завод. Таким образом, градообразующее предприятие сможет выделять деньги на развитие инфраструктуры населенного пункта. Еще раз хочу сказать, желание предприятия более активно участвовать в жизни района и поселка. Это предложение в том числе по развитию и культурной инфраструктуры, и образовательной инфраструктуры. Сенгилеевский цементный завод имеет более вековую историю. С момента открытия он значительно преобразился, производство стало более современным и экологичным. На заводе реализуют социальные проекты. Цементный завод активно включился в социально-экономическое развитие Сенгилеевского городского поселения. Он затрагивает все сферы жизни человека, начиная от рождения практически и заканчивая тем самым туризмом. Поэтому я думаю, что это соглашение имеет очень большое значение в плане развития взаимоотношений между бизнесом и властью. Большая часть сотрудников проживает в Сенгилеевском районе. Для повышения квалификации работников и подготовки новых кадров цементным заводом разрабатывается образовательная программа по трем специальностям, которые востребованы на предприятии. Также совместными силами планируется отремонтировать библиотеку и краеведческий музей, благоустроить берег Волги. Как отмечает генеральный директор Ильдус Сагитов, эти работы не требуют больших вложений. И если решать вопросы сообща, то жизнь местных жителей значительно улучшится. Большое количество проектов у нас движется вперед совместно с администрацией Сенгилеевского района. Это в школе мы ремонт сделали. Также есть, открыли кружок в самом Сенгилее, авиамоделирование. Также занимаемся благоустройством, ремонтируем дороги. Мы прекрасно понимаем, что чем больше мы будем, сам завод Сенгилеевский цементный завод, холдинг Евроцемент этим будет заниматься, тем лучше, комфортнее будет жить нашим работникам. Соглашение будет действовать 3 года с возможностью дальнейшего продления. Сотрудничество затронет образование, туризм, культуру. В дальнейшем на примере завода планируется проводить аналогичную работу с другими предприятиями Ульяновской области. Кирилл Савосин, Александр Кудряшов, УПРАВДА ТВ.